вольный борец Вахтанг Гегелишвили поставил сегодня мировой рекорд по отжиманию от пола. Он сделал 191 упражнение в минуту. И бивший рекорд, значит, уже переставил заново на 8 упражнений, значит. Он сделал 191. Я поздравляю к этому рекорду. У него есть еще некоторые будущие планы, и он уже готовится. Ну, он к этому рекорду готовился 2 месяца. Очень такие напряженные такие тренировки у него были. И, в общем, я поздравляю. И этот рекорд зафиксировал наш, значит, спортивный клуб «Рекорд», который уже в этом году уже зафиксировал уже 7-й рекорд. У нас вели и там спортивные, и культурные мероприятия. У нас есть еще много заявок. И я бы сказал, у нас очень интересные люди.